Мы играем в Fit and Grow Fish. Нажмите лайки, колокольчик. Кстати, у меня рот и подписочка. Рот такой у меня для жизни. Ну, обычный просто. Но я хочу есть. Я голодный игре. Кого я не ел, никого не ел, едовый огур, например, нет. Не ел таких. Есть начинают. Все. И все. Больше ничего. Я плыву медленно. А если когда я плыву вот так, я быстро плыву. Мне надо больших рыб есть. Оп! Нашлась рыбка. Рыбка нашлась. А где еще кто-то? Есть он? Мне не кажется, что мне надо есть кашалотов. Мне это не кажется? Эх, придется есть кашалотов, как угодно. Как хочу и делаю. И все, больше ничего не делаю. Плыву туда, но не могу угадать, кого надо есть. О! Наконец-то холод. Лучший холод. Все светло видно теперь. Все светло видно. Все светло видно. Но кого тогда я буду есть? Звездочек? Не хочу звездочек есть. Я как их съем. Если я большой здесь. Это кто это мне заметил? Это кто это меня заметил? И кто это был? И кто это? Таких обедов еще я не ел. Ой, и касатку не ел. И кашалота не ел. Он здоровяк какой-то. Сильно-сильный. Очень сильно. Но я его все равно съесть хочу. Опа! Опа! Аля, хопа! Класс! Все классно. Я ничего не ел, но остались мясо. Не знаю, откуда остались, но я съем все равно. И не знаю, откуда такой звук. Не знаю, Ой, забыл, что мне надо туда, а не туда. Если бы можно было здесь у акулы сделать голову вот такими, то бы я точно класс. А я, короче, никого не ел. Там остались мясо. Не знаю, кто это съел. Не знаю, кто это был. Не знаю ничего. Ничего я не понимаю.
руки. Воздух заканчивается у меня, реально жизни. Ну, я не знаю, я злю. И что дальше? Мы. Вы знаете, как мы снимали первый день? Это было не по-русски, но азербайджански. То бы же азербайджанские, а не русские. Я ничего не хочу. Хочу только кашалота. О. А я на первом месте. А я-то на первом месте. Там написано мистер Умрут Н Ван. Вот так. Кстати, у меня мало жизни. Вы видите, сколько? Мало, слишком мало. От укуса кашалота. Ой, а кто это ест меня? А кто это меня ест? А кто это? У меня 1000 миллион жизней. Головы нет было. Ай, страшно. Нет. Нет. Жалкая акула. Но у меня есть план. А что, если я поиграю вот за него? А что, если будет, если я поиграю за него? Это интересная идея. И короче, я услышал звук чей-то. Ну, хочу есть все равно. Начинаю свой обед. А кто-то сейчас меня заметил. Кашалот! Что? Кашалот? У меня есть укол. Короче, не вздумай меня бить. Вот тебе. Кашалот. Мрлот. Шалот, мрлот. Поем, 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 поем. А кто-то вот так делает. Непонятно, кто делает. Вот это. У кашалотов, кстати, есть зубы, поэтому надо их есть и убивать. Ух, страшно. Я думаю, что меня кашалот захватит так, что даже съест меня за хвост. Укол делаю ему. Убиваю его, ем его и все такое. Бы-бэм. Бы-дыш. Подбил у кашалота кости. Бадабу. Ай. Забоялся я чуть-чуть. Ай. Куда кашалот улетел? Кашалот
наверное, улетел в небеса. Ну ладно, пойду другого кашалота съесть. Ладно, тебе другой кашалот полетел в небеса. Но это очень не скучно это, а весело. Но хочу съесть этого ерундушку. Ой, какой удар супер. Тогда укол. Хоп. Оп. Даже жалко становится его. Да? Такой милый, что можно и жалость знать. Свой. Эх, жалько его, но буду есть все равно. Вкусный же он ведь. Но никто не хочет съесть его, да? Да. Но я хочу есть кашалота! Где же здесь вообще? Вот это. Я здесь... Снейк, как играю, как Снейк. Вот так. Короче, игра как змея. Я даже могу делать как... Ну, самый ящий. Кто-то самый ящий, как будто. Ну, кто это может еще быть? Хоп. Прыгаю сюда, иду и все. Больше и что? И где здесь кашалот? Где тут кашалот? И где он? И где? И где он? И где он? И где? Я могу отсюда улететь куда-то небеса. Или бы уже вообще на Луну могу улететь. А там... Нету солнца. Съел солнце. И упал, а тут холод. И все. И ничего. И ничего. И ничего. А где тут моя еда? Где появление кашалотов? Где место появления кашалотов? Где оно? Где это оно? О, может, поиграем за его? Ой, а я... Вибрята, не жалуйтесь. Я сейчас...